Укрепился, блядь. Мне лапшу, я не успеваю. Ну, ёпта, надо было. Что, вот, как человека опустить в никуда вообще, в ничто? Ага. Короче, я разбил последний свой смартфон, решил, блин, что больше я не буду ничего себе покупать. Это, ты знаешь, сейчас это очень модно, я в случае. Только не тот самый случай. Да, тот самый случай, клавиатура на ноутбуке. Присутствовал при разговоре двух умных людей. Это большинство долбоебы. Ну, вот как не противно, так оно и есть на самом деле. Факт. Самое страшное, если вот я когда-нибудь доживу до тех моментов, ну, как Пасха, да все православные, как вот поздно. Если мусульмане, которые в России, да, да. Если с ним будешь только на лодке, он тебе может это, все дела, отпеть. Слушай, так может в этом и правда есть ответ, может нахуй ему все это надо. Осталась та же самая хуйня, но только поскольку это все было внешне, это все враг, то оно ушло просто, падаешь, как если нажать, то оно пойдет другим. Да, да, там давили, а здесь вот так, да. Как наваждение, как вот, сейчас, знаешь, залетают эти в кожанках, знаешь, с наложенными, и всех гребут, знаешь, это вообще, вот такие разговоры. Так, блядь, я тут домой собрался. Ну, я по точке зрения. У меня такое ощущение, что еще не последний, не закрыли, да? Ловко, да? У нас тут все налажено. Совершенно. Нет, подожди, конечно же, были, но не систематично. Вот у меня. Нет, все-таки вот в этом, я считаю, контексте. Батя мой прав. Сидят за столом, им дельфина подают. Так это ж дельфин, он разумный, Бентер. Да какой нахер разумный? Он все бабки проиграл. В ебло дали и ушли, понимаешь? Типа максимум, что можно было получить, так это в ебло, да? Что с таким распиздяйством? Ну я хуй там вообще делать? Столицу спалили, идиоты! А ты знаешь, более того, именно в этом и проблема, что оно всегда было, поэтому мы сейчас страдаем от этой хуйни, вот что делать. Скажите нахуй, лучше сразу распиляйте. И все.